Боже, какое великое творение Земля! Ведь и Солнце, наверное, существует ради Земли, населенной людьми. А иначе в чем все это? Мир надобен человеку. Оттого он и есть, чтобы человек его осознавал. Оттого он и существует. А иначе к чему вся эта галактика? Какой смысл? Четвертый день школы аналитиков подошел к концу. Честно говоря, он был очень продуктивный, эффективный для молодых аналитиков, что я лично для себя приобрела за сегодняшний день. То, что я обязательно подпишусь на канал Ильи Шепелина и буду следить за его дальнейшими материалами. Он очень здорово преподносит как бы этот продукт свой на фейк-ньюс. С Кахрамоном Бакузода, когда мы вернемся в Душанбе, я буду тесно сотрудничать для того, чтобы он меня направлял в русле правильного написания, правильного составления опросников и анкетирования. Во-первых, я хочу сказать, за четвертый день мы очень подружились с участниками, несмотря на разные возрасты между нами, да. Каждый день у нас проходит очень насыщенно, продуктивно. То есть я бы не хотела бы сказать, что один день вот так проходит, второй день не очень. Каждый приглашенный лектор нам читает очень крутые лекции, и я за это благодарю. Имруз рузи чоруми мактаби тайлигару наст. Баман имруз махсусан баромади Илья Шепелин. Бисёр махул шуд, чунки у баму маводҳои бардуруғе, ки дар мақолаҳо ҷой доранд, ифшо намудани онҳо ба мо омӯхт ва ҳамчунин ба ман баромади Қаҳорзода Фарҳод маъқул шуд. Онҳо бисёр хуб гузаронидани ва бурдани навиштани мақолаҳои таҳлилиро омӯхтанд.